Здорово! Меня зовут Саша. В общем, это пилотный выпуск нового тревел-шоу без виза. Без виз. Без виз. Без виз. Без виз. Что это? Мы в Пше вышли. Пше. Это самый близкий к границе с Украиной город Евросоюза. Речи Посполитой. Польской. Короче, Польши. Как добраться сюда? Как добраться за границу? Я использовал поезд. Интерсити. Киев-Пшемишль, который обошелся мне вот столько денег. Ехать было всего 8 часов или около того. Поезд отъезжает от Киевского вокзала в 7 утра. 7.13 он подъезжает к станции метро Святошин. Останавливается на одну минуту. И сваливает во Львов. Рассчитывайте на то, что билеты можно купить только непосредственно на вокзале, в международных кассах. Южный вокзал в Киеве, например. Никакого онлайна. Я покупал в Польше билеты туда-обратно и получил скидку в 30% за заблаговременность. Не знаю, как с этим в Украине, спрашивайте в кассах страны. Довольно цивилизованно прошли границу и попали сюда, попали прямо в центр, в центральную площадь, которая называется рынок, как необычно, правда. У Пшемишля, в отличие от других цивилизованных городов, есть свое приложение с туристическими маршрутами. Android, iOS, неважно. Есть несколько маршрутов. Самый главный, самый туристический, самый цивилизованный привел меня вот сюда. Меня угораздило попасть сюда в воскресенье, в католический праздник, когда все магазины закрыты. На самом деле, тут есть что посмотреть. Допустим, Замковая гора. Это музей, а он огромный довольно, его видно в приложении. Вход довольно дешевый, по музейным меркам, от 5 злотых до 9 где-то. Что дальше с этим делать? Я хотел бы набрать аудиторию, людей, подписчиков, которые бы говорили, что им интересно. Ценовые политики, какие-то интересные места, необычные. Вот это место самое необычное, поэтому это глушь на холме. Это Европа. Это Европа, ребятки. Без виз. Пока.